Друзья, привет! Сегодня новая подборка товаров для автомобиля с сайта AliExpress. Все ссылки на товары будут в описании. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых роликах, а в конце, как всегда, конкурс. Поворотники в зеркала автомобиля – интересный товар, который украсит ваше авто. Применение можно найти не только установив их в зеркало, но и, например, прикрепить сзади автомобиля, как на этой фотографии. Крепятся они достаточно просто, поэтому проблем возникнуть не должно. Продавец предлагает 4 цвета – красный, желтый, зеленый и синий. Более 800 заказов, цена 28 рублей за штуку. Поэтому нужно, конечно же, взять 2 штуки, чтобы прикрепить в оба зеркала. Органайзер для документов. Можно хранить права, свидетельство о регистрации транспортного средства, кредитные карты и многое другое. Можно прикрепить на козырек автомобиля, и также есть место для крепления солнцезащитных очков. В общем, удобная вещь, но если написать продавцу, то он отправит с логотипом вашего автомобиля. Если же ему ничего не писать, то он отправит без логотипа. Также я еще нашел более простой вариант органайзера. Цена за первый вариант 487 рублей, а за второй 349. Удобный подстаканник, который можно закрепить на двери или же бардачке автомобиля. Держится надежно и не выпадает, особенно на наших плохих дорогах. Более 300 заказов, цена 58 рублей. Я думаю, что все знают тормоза Brembo. В общем, китайцы начали продавать такие вот накладки с логотипом Brembo. Конечно же, каких-то тормозных характеристик они вашему автомобилю вообще не прибавят. Но ваши суппорта станут красивее, это однозначно. Машина сразу начнет выделяться из потока. Качество хорошее, все заказывают и все довольны. Есть разные цвета: красный, желтый, голубой и белый. Удобный держатель для планшета. У меня такой же, поэтому решил показать и вам. Брал я его давно, так что качество очень хорошее. У меня он еще, по крайней мере, не сломался. Крепится на лобовое стекло с помощью присоски, причем она достаточно мощная. Но я его креплю таким образом, чтобы он упирался вниз торпеды. Мне почему-то кажется, что так немного надежней. Он регулируется, можно поставить планшет от 7 и до 10 дюймов. Цена 656 рублей. Нашел лампочки, которые можно поставить на задний ход или стоп-огни. По отзывам пишут, что лампочки действительно очень классные, но так в принципе оно и есть. 1600 заказов и практически все отзывы на пятерку. Цена 143 рубля. Плавник акулы. Это антенна, которая крепится вместо штатной и не очень привлекательной антенны. Я нашел несколько вариантов, единственный минус, что если у вас какой-то уникальный цвет, то подобрать будет достаточно сложно. Цены разные, от 200 и до 300 рублей. Отличный кармашек для очков, который крепится на стойку автомобиля. Теперь, если у вас нет специального бардачка для очков, то вот неплохое решение. Крепится к стойке на двухсторонний скотч и очень крепко держится. Цена 155 рублей. С виду это обычный рожковой ключ. Вроде вообще ничего необычного, ну кроме цены, она очень дорогая. Но в нем встроенная трещотка. Я такой ключ вижу впервые. Но он сразу же меня заинтересовал. Скорее всего, какие-то мощные болты им не закрутить. Мне кажется, что быстро сломается механизм. А вот что-то попроще, то будет очень удобно. Цена такого ключа от 650 до 1200 рублей, в зависимости от размера. Лента для украшения дисков. С накладками на суппорта будет смотреться просто шикарно. Есть большой ассортимент цветов, цена 500 рублей за 8 метров. А теперь конкурс. Я разыграю 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. А также нажать на колокольчик и поставить галочку, если вы этого еще не сделали. Результат конкурса в следующей подборке товаров.